Йеху! Всем приветики! Совсем чуть-чуть осталось до Нового года. Время чудес и волшебства начинаются. Обязательно загадайте свое заветное желание, и оно исполнится. Сегодня я поотвечаю на ваши вопросы, а то с последнего видео на ответы прошло очень много времени. И первый вопрос: сколько тебе лет? Очень просто, мне не так давно исполнилось 19, но чувствую себя на 16. Второй вопрос: каких людей по характеру, поведению ты ненавидишь? Ну, ненавижу лживых мразей, высокомерных личностей, людей, которые исчезают, когда приходит беда, тех, кто много хвастается, любители попридираться и так далее. Короче, говнюков. Третий вопрос: у тебя много хороших друзей, а самых лучших? Если под хорошими имеются в виду общение, поддержка и помощь, то да. А лучших друзей могу и по пальцам пересчитать одной руки. Четвертый вопрос. Покажи фигурки из глины. Если свои, то вот. Увлекалась я этим в детстве, лет в 13. Их у меня очень много. Пятый вопрос. Через какие программы ты редактируешь видео? У меня для редактора две программы. Vegas Pro и встроенная киностудия. Шестой вопрос. У тебя есть еще артбук? Пока что только с котиком, на который я снимаю видео. Седьмой вопрос. Кто лучше, кошки или собаки? Для меня лично собаки. Восьмой вопрос. Какой у тебя телефон? Маленький, беленький, тоненький, хорошенький. Девятый вопрос. Почему у тебя так мало фотографий на странице? Мне просто никто не фоткает. Десятый вопрос. Почему ты на своих роликах не показываешься? А зачем? Я пока что рисую и что-то создаю руками. Может быть, когда-нибудь покажусь. Я просто страшный и не умею вести себя перед камерой. Одиннадцатый вопрос. Кого ты больше всего любишь из родителей? На это трудно ответить. Больше всего бабушку с дедом. 12 вопрос. Почему так редко выпускаешь видюшки? На тот момент так и было, но сейчас я стараюсь почаще. Просто тогда я была нагружена в учебе. Вот и все. 13 вопрос. По кому ты скучаешь со школы? Если честно, особо нет таких людей. Да, я хотела бы встретиться с некоторыми ребятами, но чтоб прямо скучать, не горю желанием. 14 вопрос. Какие анимешки ты посоветуешь? Ну, «Восточный Дэм к востоку от раю», «Нейро Нагами», «Детектив из ада», «Перекрестки в лабиринтах чужих городов», «Школа мертвецов», «Кион», «Сейлор Мун», старая версия, «Усопшие», то есть «Шики» и «Адская девочка». 15 вопрос. А фуры ты будешь рисовать? Ну, наверное, пока задумок не было. 16 вопрос. Как будешь отмечать Новый год? В этот раз планирую в большой компании знакомых и незнакомых людей. 17 вопрос. Почему ты создала такого персонажа? Чем он на тебя похож? Ты про Азуру Кейк? Ну, внешне я на нее похожа. Ясное дело, отличие в цвете глаз и волос. Ну и мой характер. Короче, это типа я немного с другой внешностью и иными талантами. А так она тоже любит покушать вкусняшки. 18 вопрос. Какую музыку ты любишь? Ну, в принципе, я могу слушать любую музыку. Даже если это шансон или рэпчик. Просто есть нормальные. А так всякие мелодии, энергичную музыку, моментами и грустную послушаю. Даже песни из мультфильмов подпеваю. 19 вопрос. Раз у тебя есть парень, то как давно вы вместе? Знакомы вроде с 2013 года, а вместе с 2015. 20 вопрос. Где ты хочешь жить? Ну, если честно, то не знаю. В принципе, мечтала жить за городом, ближе к лесу там, и так далее. Естественно, в частном доме. Ну, как-то так. Ну и последний. 21 вопрос. У тебя есть татухи? Нет, но хотелось бы. И на этом вопросы закончились. Ребятки, я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом! Пожелать счастья, здоровья всем вашим близким и родным, любви, море приключений и много-много вкусняшек в новом году. Хорошенько оторвитесь под бой курантов. Удачи вам, всего наилучшего вам. Пока-пока.